Золотівський м'ясокомбінат представляє спеціальний ковбасний проєкт. Лицензионная музыка для ресторанов, кафе и торговых центров. Мировые хиты, лаунж и радио без рекламы ваших конкурентов. Законно и недорого. Добрая музыка для добрых идей. Vendormusic.com.ua. Наши режиссеры дадут команду сейчас. И мы начнем наш феерический репортаж. Из сегодняшней программы вы узнаете о том, что происходило неделю назад, в пасхальную ночь в харьковских клубах. Болеро, как и положено, этот светлый праздник, было много пасхальных символов, главных пасхальных символов яичек, а также каких-то по-особому одухотворенных в эту ночь девушек. Какая вы очаровательна, какая? Очень-очень приятно. Да? Конечно, всегда приятно. А что следует за комплиментами обычно? Рома, мы же с тобой яйцеголовые, понимаешь? Да, так что я думаю, что сегодня в эту святую ночь Пасхи можно наш побиться яйцами. Чуть-чуть. Ой, у меня вмятина. Рома, ты выиграл. А у вас там алкоголь, надеюсь? Нет, чай. Чай, вы пьете чай? Да, мы пьем только чай. Давайте я вас спою сейчас и посмотрим, что будет из этого. А мы не пьем. Так вы, наверное, скучная просто девушка. Вам бы так хотелось? Чтобы за комплименты сделали комплименты и как бы этим все ограничилось, да? Это можно, конечно, на бар, по коктейлю. Да, обязательно. Вот, обязательно в пати-бар. Ну, вы готовы к продолжению? Ну, конечно. Потом по домам спадки. Кстати, вот уже наступил Black Day. Уже наступает. Короче, Пасха уже воскресенье святое. Давайте целоваться, а? А целоваться как нужно? Эротично. Да. Скажи, пожалуйста, вот сегодня стало так тепло и жарко даже, я сказал. И сразу расхотелось работать и захотелось куда-нибудь на юга рвануть. Когда тепло, всегда хочется на юга. Да. Вот. И хочется красивых эмоций, теплых чувств, жарких страстных каких-то объятий и бесконечной любви. Вот если я пришел в культурное заведение и провел все время на баре, пил. Я культурно провел время. Ну, если в культурном заведении, вы культурный человек, конечно же, культурно. Вообще-то программу «Коза» можно смело назвать пасхальной. Учитывая и какую-то символическую яйцеголовость одного из ведущих, и явный библейский образ другого нашего ведущего тоже. И даже целомудрие, такое практически ветхозаветное целомудрие наших девочек. Коза чувствует себя в эту ночь прекрасно. Never, ever, ever, ever.
Ой, как хорошо, господи. Сегодня в Альтбире благотворительный вечер в пользу Харьковского областного центра социально-психологической реабилитации детей «Гармония». В прошлом году мы уже были здесь. Роскошная, невероятная какая-то для нашего времени культурная программа, программа «КАЗА» в Альтбире. Первое знакомство с центром «Гармония» в прошлом году. Сейчас, к сожалению, проблемы стали больше. Год назад мне говорили о том, что центру нужны игрушки. Сейчас нужна зубная паста, бытовая химия. Именно сейчас. Самые незащищенные – это детвора. А самые незащищенные из детворы – это детвора детского дома. Скажи честно, как твои бойцы отнеслись к этому? Ведь они же будут сегодня работать бесплатно, правильно? Знаешь, у нас есть студии танцевальные, где очень много детей занимается бесплатно. Малоимущие, очень способные, которым родители просто не дают, так как в танцах ничего не видят, в смысле будущего. Мы не считаем это слово «бесплатно» здесь уместное. Мы здесь считаем уместное слово «сделать это от души». Мы делаем это с удовольствием. И вопрос финансовый здесь вообще никогда не поднимается. Делается все, чтобы помочь детскому дому. Стоит ящик на входе, каждый желающий, кто хочет как-то поучаствовать, неважно сколько. В прошлом году там и по гривеннике дали, и по две, в итоге насобиралась очень хорошая сумма. Можно вещи, там есть специальный стол, вещами помочь. Вот эти поделки, это ребята из центра «Гармония» делали своими руками. Будет все очень просто, я буду показывать поделку, и мы будем продавать ее с аукциона. Это не символический аукцион. И все деньги, которые гости оставят, пойдут в этот центр. И я всех прошу, всех зрителей, неважно, сегодня, завтра, вчера, просто помогайте близким, помогайте детям, помогайте тем, кто в этом нуждается. Я же так понял, что дело не только в средствах, а то, что они здесь присутствуют еще же, да, и для них же это праздник. Я благодарен поддержке мэрии. Я очень признателен ребятам из «Металлиста». Вот когда вы немножко развернете камеру, вы увидите толпу ребят, которые общаются с живыми футболистами «Металлиста». Когда мы с тобой были пацанами, нужны были кумиры, свои кумиры. Показать, ребята, да путь есть. Полно самых классных, самых интересных профессий. Дать тепло, если хочешь, дать цель. Ваши детки – это люди, в общем, сложной судьбы. Так. Безусловно, это у которых что-то есть в душе, надломленное какое-то, разбитое маленькое сердечко. Уже не первый раз я здесь вижу представителя «Металлиста», и благотворительные акции предыдущие тоже были с участием «Металлиста». Ну да, наша команда поддерживает связь с этим заведением, и сюда приезжают наши ребята, когда здесь что-то проводится. Я думаю, все футболисты тоже стараются поддерживать обратную связь, можно так сказать, и с болельщиками, и с детьми, и всячески помогать. Сегодня здесь мои друзья, группа Dream West. Самые классные акробаты Украины, театр экстремального танца. Классный фокусник, волшебник Мосин. Шоу экстремальных ученых, шоу мыльных пузырей. Такую мощную программу я даже не думал. Мне не пришлось просить. Ребята узнали, ребята пришли.
Вы же сегодня бесплатно работаете, получается, абсолютно. Да? Это давно планировалось, это давно готовилась эта программа, и мы готовили песни, готовили специальное настроение. Почему? Потому что сегодня будут футболисты, сегодня много конкурсов, много всевозможных интересных сюрпризов здесь. %20 от сегодняшней кассы будет перечислено центру реабилитации. Даже если пришел Олег без подарка, просто хорошо покушай. Мы в прошлом году уже принимали участие в благотворительном ужине. То есть мы поели, пивка выпили, с удовольствием понимая то, что часть этих средств пойдут в пользу детей. Мы очень благодарны партнерам нашим, это и Авторадио, это и вам, и всем, кто помог нам проанонсировать это событие. Спасибо металлисту, который поддержал, да, благодаря их ребятам, да, из первого состава, это еще дало как бы возможность подтянуть людей. Солтевский мясокомбинат представляя специальный колбасный проект. Актуальной харьковской модой мы приехали в Радмир, чтобы ритмично подергаться под модную музыку. Почему в одиночестве танцую? Так грациозно двигаетесь, но в одиночестве. Почему? Я слушаю музыку и наслаждаюсь. Мне не нужна компания. У вас тантрический секс с диджеем, очевидно, да? Многочисленные красотки, которые приходят в бар знакомств в Радмире, они же что? Они же хотят познакомиться с успешными мужчинами. Надо сказать, что успешные мужчины тоже испытывают какое-то такое сложное влечение к эффектным девушкам. Ранее, когда-то, в архаичные времена, там, 90-е, имели значение и другие тоже условия какие-то там. А сейчас только факт взаимного вот этого интереса в вашем. You know I like it loud.
Красивые, стильные, молодые. Город Киев, Украина. Уже круто, уже круто. О, вообще круто. Вообще прям вообще. На месте этого парня я бы не был столь благодушен. У него уже рог один растет. А что будет? Они такие ветреные. Вас двоих? Зачем нам кто-то нужен? Вы танцевали под музыку электронную здесь в Опиуме? Я очень люблю электронную музычку, да. Да, очень люблю Опиум. Я счастлива, что он открылся. Просто обожаю Опиум. Супер вообще. Мы очень ждали открытия. Я очень рада, что он открылся. Грациозно дергаетесь. Супер. Для чего вы приехали в Харьков? Мы приехали на лучшее шоу страны. Знаете? Ой, только не говорите X-Factor, я вас прошу. О, да ладно. А что такое? В каком качестве вы приехали на X-Factor? Мы прослушиваем участников. Мы команда творческая группа СТБ. Моя вот народная. А это твоя подружка? И такой любви не доверяю я. А у вас есть яичко? Что? Яичко есть у вас? Яичко? Нет. Нет. Яичко не с собой. А у меня есть. Харьковский мотосалон Art Moto презентовал легендарные английские классические мотоциклы Royal Enfield. Это вообще настоящий праздник для мотодвижений нашей страны и города, тем более, потому что презентация нового мотобренда – это большая редкость. Royal Enfield – это абсолютно имиджевые мотоциклы. Мотоцикл практически не изменился за 50 лет. И вот в этом виде он сохранился в наше время благодаря тому, что начиная с 50-х годов производится в Индии. Мы имеем возможность по достаточно доступной цене приобрести такой винтажный ретро-мотоцикл. В Украине Royal Enfield представлен уже как около 2 лет. Сегодня мы решили работать на всеукраинском мотоциклетном рынке. Royal Enfield очень популярен в Европе. Европа любит ретро. Мы очень надеемся, что и в Украине она займет свою нишу, и в Украине найдет своих поклонников. А в Харькове представлена вся линейка, которую предлагает Royal Enfield. Благодаря нашим мотоциклам мы подняли настроение на все 100, поэтому даже было жарко иногда. Мы уверены, что все будет хорошо, нужно подождать и покупать мотоцикл Royal Enfield. Это
бренд очень старый, корнями уходит в Англию. Ну а теперь он уже фактически много лет с минимальными изменениями производится в Индии. И вот буквально года 2-3, как этот бренд начал продвижение на территорию Европы. Прикольная штучка, согласитесь. Мотоцикл абсолютно винтажный, ретро. Это Royal Enfield Classic 500 в исполнении Military. Ощущения незабываемые. Штучка настолько экстравагантная и эксклюзивная, что нужно правильно подбирать имидж. Это какой-то Military военный, очень винтажный, очень ретро должен быть стиль. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Кто покупает мотоцикл Royal Enfield? Девушки. Предпочитают Royal. Предпочитают Royal интеллигентные люди, то есть это винтаж, это old school, да, то есть они это понимают. Люди, которые уже долго ездят на мотоциклах, хотят уже наслаждаться жизнью. В Харькове представлена вся линейка Royal Enfield. Сегодня состоялась презентация компании Royal Enfield в мотосалоне Art Moto. Мотоцикл – это очень красиво, это очень стильно. И люди, многие могут себе позволить сейчас уже, но все-таки количество байкеров и просто любителей мотоцикла ограничено, да? Это количество добавляется, но, скажем так, это поездки на длинные расстояния, это, опять же, риск, это отношение семьи к этому. Только такие же люди, которые готовы рисковать, не боятся погоды. Есть много факторов, скажем так, и у мотоцикла два колеса, а зная наши дороги, это вообще очень сложная вещь. То есть это превращается в аттракцион, поэтому вот такое количество определенная жизнь устанавливает людей, которые занимаются и увлекаются этим. Вы стали свидетелями презентации нового дилера компании Royal Enfield. Это мотосалон Art Moto Харьков. Компания Royal Enfield – это известный мировой бренд, который на рынке работает уже более 120 лет и представляет мотоциклы в стиле ретро, мотоциклы классик.